Общественные организации «Муравленко» и «Ноябрьска» научились грамотно составлять проекты. Мастер-класс провели специалисты из Перми. Участников разделили на 4 группы, каждая презентовала свой проект. Общественники разработали программы по самореализации пожилых граждан с ограниченными возможностями здоровья, социализации лиц, вышедших из мест лишения свободы. Шансы воплотить их в жизнь высокие, потому что проекты, которые мы просили придумать, мы их попросили придумать максимально близкими к территории деятельности, то есть к территории города Муравленко, ну, тут еще есть гости из Ноябрьска или к их территории. А это, во-первых. Во-вторых, в любом случае они готовы это усовершенствовать, эти свои заявки, и подавать их на различные конкурсы. Думаю, что они вполне себе могут быть реализованы. В России поддержке некоммерческих организаций уделяется особое внимание. С 1 января вступил в силу закон, согласно которому некоммерческие организации, получающие статус исполнителя общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение мер поддержки со стороны государственных и муниципальных органов власти. Российское общество демонстрирует большую зрелость, о чем свидетельствует рост числа желающих принять участие в работе некоммерческих организаций движения волонтеров. Во всех регионах России все больше граждан включается в волонтерскую деятельность и деятельность НКО. Бескорыстный труд меценатов, волонтеров заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности.